Казанский федеральный университет и Московский государственный институт международных отношений запустили программу научно-образовательной дипломатии. Все подробности в нашем следующем сюжете. В эти дни в Москве реализуется программа в формате межуниверситетской профориентационной академической мобильности. Она будет ежегодной и проходить два этапа. Первый этап – это то, когда наши студенты выехали в Москву в МГИМО. Студенты активно вовлечены в деятельность МГИМО. Обучающиеся Казанского университета ознакомятся с особенностями организации, практики стажировки, подходами университета к формированию профессиональной компетенции у обучающихся, опытом и практикой взаимодействия с государственными и коммерческими организациями. Что касается второго этапа, он пройдет уже 17 числа в Казанском федеральном университете. Ребята из МГИМО, 20 человек плюс состав вот организатора, да, делегации тоже приедет. В количестве 9 человек одним из них будет у нас и проректор по СВР и по международной деятельности Суровцев. Он тоже приедет для встречи с Виноградовой, Сталишевым, с Межвизиловым. И проведет встречу и в Древней Универсиаде, да, посмотрит департамент молодежной политики и пообщается со студентами. Самое главное, что мероприятие включает в себя необычные лекции, то есть не в виде монолога, а в виде дискуссии. И здесь ребята выбирают для себя определенные индивидуальные траектории, да, профориентацию, то, как они будут трудоустроены после магистратуры, после бакалавриата, стоит ли идти в аспирантуру. Здесь совершенно разные вопросы задаются, но, естественно, в рамках того, что это проходит для определенных направлений подготовки. Это для студентов-международников, это для студентов-юристов и для высоковедения, для направления высоковедения в Елизавета Никитина, Универньюз.